Вот такие вот сушки. Что еще? А, взяла соленые помидорки. Чего? Разминка. По его лицу можно понять. Доброе утро. Доброе утро вам, Бонечка говорит. Да, Бонь? Скажи привет. Всем приветик. Готовлю завтрак. Немножко поджарилась. Макс сегодня в садик не пошел. Ну, то есть у него в среду садика нет вообще. Вот. И девчонки в школе. Нету, а теперь есть. Да, потом 2 дня есть, потом 2 дня нет. 2 дня есть, 1 день нет. Да. Так-с. Почему делают так? Это птичка. Потому что делают так. Нет, они длинные. Там холодная, мама холодная. Сейчас мы будем завтракать. А потом. Сегодня я хочу поехать в Германию за продуктами и зайти в русский магазин и купить что-нибудь такого вкусненького. Хочу купить сгущенку. Нужно купить. К дню рождения уже готовится. Да, Макс? Да. У кого скоро день рождения? Каролине у меня. У тебя и у Каролины. Нет. У тебя и у Каролины день рождения скоро. Я не знаю, продается там или нет квашеная капуста. Я хочу квашеную капусту, хочу сгущенку купить. Так, что еще? Творог, сметану. С младшими останутся девчонки. С собой никого не возьму. Не трогай, Макс, горячий сейчас остынет. Я буду завтракать и сейчас домонтирую влог, выложу его, потом видео Маргариты выложу, и нужно сегодня еще видео Ксюши смонтировать. Так вот, много очень видео. Так, девчонки обедают, сейчас через часик, наверное, уже за мной заедут, и я поеду. Куда? На Луну! Куда? Хорошо? За детьми смотреть. Если они на улицу пойдут, их тепло одеть. А то на улице вообще на сегодня передавали солнышко. Видела? Помнишь, смотрели, да? Вообще безоблачно было. Я вот здесь. Вот, видите? Ну, вообще-то 2 градуса. Холодно. У нас уже 2 градуса. Так, ну что, приехала я с магазина в Германии сейчас. В общем, вот этот пакет, он только с русского магазина. Вот это остальное нет. И... Что я там взяла? Чак-чак взяла. Вот такие вот сушки. Пряники. С ароматом банана. Да, вот такие вот зефирки. То, что я очень хотела. Квашеная капуста. Творог зернистый. У нас такого здесь не продают. Почему? Ну, не знаю почему. Вот, зачем? 2 упаковки такие. Это не хотела сметану. А вот такие вот печенюшки мелкие. О, они раскрошились. Немножко. Горох. Суп гороховый варить. Так, вот сметана. Купила целых 3 упаковки. Петрушку. Да, зелень. Потому что здесь такие пучки прям жидкие-жидкие и очень дорогие. А там вот в Германии, смотрите, какие они пушненькие. Целых 3 штуки взяла. Так, колбаса. Называется малышка, 3 поросенка. Докторская колбаса малышка. На, малышка. И вот такой еще творог тоже попробовать. Он тоже зернистый, но другая марка. Это гречка, что тоже очень сложно найти. Так, здесь я взяла еще семечки. Любимые наши. Так, взяла еще сгущенку. Я тут уже убрала. Вот такая вот сгущенное молоко. Простое и сгущенное молоко вареное. Потом взяла вот такую вот кабачковую. Нет, это баклажанная домашняя икра. На хлебушек мазать. Что еще? А, взяла соленые помидорки. Папе дать попробовать, потому что папа у нас никогда не ел соленых помидорчиков домашних. И соленые бочковые огурчики. Соленые. Ну, вот все, в принципе, из того, что я... А, еще селедка. Где селедка? Вот, я взяла еще селедочку. Она уже чищенная. Покажи. Вот, рыбка соленая. Так, ну вот, все. Все, что я взяла в русском магазине. А еще вот, что я взяла. Взяла пельмени семейные.
Моя семья называется. Вот. Свинина и говядина. Вот я еще взяла вот такие вот штучки. Ну, в общем, это уже готовое тесто. Печенюшки печь. Такие вот шоколадные. И такие вот простые. Так, мюсли взяла деткам в школу. Так тихо говорю, потому что все уже спать ушли, а я разгребаю сумки. Такие вот мюсли с белым шоколадом, с клубничкой, с орешками. Вот, взяла вот такие формочки бумажные для капкейков. День рождения скоро у Макса, у Каролины. Буду капкейки делать. И вот, как их называют, паста. Как ракушки. Фаршировать их можно. Не удержалась, попробовала. В общем, это такой паштет из рыбы. Рыбный паштет. Очень вкусный, кстати. Первый раз попробовала. Мне понравился. Такой вот он розовенький. Тут зелень, еще что-то. Перчик, по-моему, зелень. Вкусный. Первый раз. И еще вот такие тоже большие ракушки. Еще я взяла панакоту. Очень нам нравится. Две упаковочки. Вот такой вот крем к тортику шоколадный. Две тоже. Такая вот посыпка на капкейки. Очень мне понравилось. Такие цвета. Фиолетовый, розовый, голубой, белый. Капкейки буду делать, посыпать. Такие вот палочки пластиковые. Я хотела сделать к тортику, знаете, такие зефирки. Или безешки, зефирки, как безе, скорее всего. Испечь в духовке вот на таких палочках. Вот. Все, в принципе, тут сыр взяла. Вот такой вот Филадельфию. Там скидочка хорошая, кстати, была на такой сыр. Вот еще вот такой вот взяла тоже на хлеб мазать, попробовать. Такой вот бочонок. Как будто ведерко деревянное. Вот. Что еще? Взяла, как всегда, грудку индюшки. В Германии она намного дешевле, чем здесь. Тут у меня фрукты, как обычно, бананы, манго. Нашли красную помелу. Мы обычно покупаем желтое, а это красное я взяла. Тоже очень вкусное. Вот апельсинки. Так, взяла еще фарш говяжий со свининой. Всем привет, ребят! У нас уже следующий день, так как вчера мы вам вообще ничего не... Да, сейчас тебе сделаю. Ничего вам не наснимали, меня не было целый день, вернулась я только... А сколько я вернулась? В 9? В 9 часов? Я уехала в 2 и вернулась в 9, представляете себе? Да. Ну, немножко кисловатый, даже если его и с сахаром, но чувствуется такое немножко, кислинка. 2%. Чего? Он очень кислый. Угу. Ну, это корм. Ну, может, его в этом, в оладушке можно, либо в пирог. Я еще хочу сегодня попробовать вот такую вот икру баклажанную, домашнюю. На хлебушек намазать. Вкусно. Ну, короче, на любителя. Да, да. На любителя. Кому понравится, кому нет. На весь не мажь, так чуть намажь и попробуй. Вкусно? Вкусно? Ну, это овощные овощи. Я же тоже овощи готовлю, просто они перемолоты в пюре и... Давайте, миритесь быстро. Мирись, мирись. Ну-ка, Бонни, нельзя. Нельзя ругаться. Нельзя. Мириться надо. Бонька. Давай, мирись, мирись, мирись. И больше не дерись. Закрой рот и кушай. Вчера заходила в магазин один. Там именно вот украшения новогодние. Как там красиво. Я бы все там забрала. Все, что там было, я бы забрала там. Да. Это сырник. И там, знаешь, в таких оттенках, ну там красное тоже было, но больше всего золотой, белый и серебристый. Вот такие вот батончики. А какой вкуснее? Видишь, называется сырок. Какой подожди, вкуснее? С, с бельгийским, ой, я икаю, с бельгийским шоколадом темным и молочным со вкусом ванили. А это сырок с бельгийским шоколадом темным и молочным со вкусом черники. Да мне. Максу не понравилось. Да мне. Каролина, нет. Маргарита, ты когда уходишь? Через 5 минут. Через 5 минут? А что вы там делаете? Покажи хоть. Сначала
сначала мы танцуем. Сначала они всегда выбирают какую-то песню, потом они сначала разминка. Упражнения делают. Потом мы либо вот так делаем, потом вот так. Угу. Разминка. Да. Или иногда мы делаем одно упражнение где-то 2 минуты. Встаем в планку 2 минуты. И потом 30 минут отдыхаем. А движения какие-то, мостиковые, кувыркаться? Нет, нет. И ушла. Мам. Максу и Каролине понравилась селедка. Хотя я сомневалась, что она понравится. Это можно кушать, Макс? А там ничего нет. Это можно. Там косточки уже такие мягкие, они уже все это. Но они мягкие, они не колятся. Кушай, кушай. Понравилась селедочка. Но папа еще не пробовал. Оставьте папе, пожалуйста. А то тут уже съели зефир и папе не оставили. Папа, на. Все, пошла? Не холодно будет, на футболку надела? Мам, вот это что, ай, не высоко. Короче, папа попробовал селедку, ему не понравилось. По его лицу можно понять. А детям нравится, что очень соленое. Они не привыкли, они не едят такого. Они едят острое, но не соленое. Что? Куда вы? Как вы так быстро съели? Каролина, не нравится? Ну? Не понимает, почему такое сильно соленое. Ты же кушаешь огурцы соленые. А, там, он и огурцы соленые не ест, ничего не ест. Нет, не нравится. Ксюша, у нас фильтр есть. И так из-под крана не пьют. Так, все, давайте собираться, ребят. Идем мы отдыхать. Монтировать сейчас. Я сейчас буду монтировать влог сразу. Вот этот, который сейчас снимаем на завтра. И все. Хочешь, хочешь. Ты сейчас только ляжешь и уснешь сразу. И все. Давай, давай. Мне еще вон. Нужно укладывать их двоих. Ладно, все. Всем пока.